честно. Ты же говорил, он в Москве. Нет? Ну, был когда-то-то. Я сейчас просто давно же его не видел. Он что-то под Новый год же, вот перед Новым годом заходил, я видел. Ну, он же у нас с Барнаула был, насколько помню, да? Ну да, он дальше, чем мы от Москвы был, уехал в Москву. Барнаул, Москва, как бы, конечно, вижу это не Брянск, ну, если он же в Москве еще, я не знаю, сколько будет, ничего. А чем он занимается? Че, развалился? Ух ты, Маш, тебе повезло. Я не знаю, чем он занимается, я его хрен знает сколько он не слышал. Он же на Linux сидел, блин. Че он там, поди, мега сисадмин? Угу, я знаю таких дохера сисадминов на Linux. И еще долбоёб. Кто у нас там? Бредина в Барнауле, да? Ой, у меня как была, по крайней мере. Друзья ВКонтакте. Как ее звали-то? Не помню, короче. На одном серваке экшались. Что вы делали на одном серваке? Играли в Counter-Strike 1.6 на одном серваке. Понятно. Вредина же у меня в стиме вроде, в друзьях даже есть. Логично! Чё ты её так называешь? У неё ник Вредина, зовут её Юля. А-а. О, Юля! Марцинкевич или как она? Ну, вот этого я уже не знаю. А. Orange Cat. Если я не ошибаюсь, она, по-моему... Чё-то с образованием связано. Серьёзно? Ой, я на нем не умею. Насколько я помню. Играй сейвово, Маша. А? Играй сейвово, как мы любим. Я не знаю, кто там любит, но я как бы за Джекса вообще не... О боже, мне отдали выигры, серьезно? Бег на короткие дистанции. Что там в Тюмени сейчас? Абзац, да? Да нормально, ночью снег упал. Я вообще-то про то, как девятиэтажка горела. А, ну да. Там, я нет, горела девятиэтажка. Она не рядом с нами, конечно, горела, как бы там фотки есть там. Не, а, то есть, не рядом, норм, да, пусть горит дальше, да? Это нет. Вы там на Новый год так погуляли, что ли? Там 8 числа после Рождества вот там сполыхнуло. Да как, какой-то дебил, судя по всему, говорят, решил покончить с собой. Поджег девятиэтажку? Ну, на восьмом этаже квартиру поджег. Ну, такое себе. Ну да, такое себе. Сосед его задохнулся. Да. Сейчас, подождите, я отойду. Channel switched. Йоу. Я это, ворам пока схожу, лоу, потом попозже буду. Во что? Кто? В League of Legends. Ты помнишь такую игрушку? Ненавижу ее. Вот и ненавидь дальше. Channel switched. Так, я тут. Классный, какой у тебя ужасный скин на Тима. Чё, а Караганда, кстати, ближе. Че тебе не нравится, Маш? Ну, он какой-то очень стрёмный тут, я не знаю. Он тут не милый, а прям... ужас. Блин, нифига, Абакан-то далеко как. Падлыч просто прикидывает, куда СМТ бы свалить играли. Подальше. Там чувак был с Абакана. Может быть. Не может быть, а точно был. Я помню, может. Я кого-то... У них там еще с интернетом была жопа. То есть мы тут на DSL так сидели, это, там что у нас там? Было-то? 2 мегабита, наверное, да, а у них там еще хуже. Ну это давно было, когда еще СМТ живой был. Ой, что-то обрушилось. Как ты думаешь? Надо что? Было, короче говоря, вертолет. Это пуканчик? Что-то упало, что-то сломалось. Блин, ребята, мост рушится. Вызывай спецназ или кого там. А чё, кстати, вот стоят двое товарищей из спецназа, Вейгара и Тимон. Омега сквад. Давай, иди ко мне. Омега сквад, да?
А. Омега склад. Офигеть, какой пинг большой. А мы упорные ребята. Они тоже. Как-то тебя завалили, хомяк. Догадайся. А, блин, горит уже. Нужно больше стаков. Пять. Рент, иди нахуй. Некультурно. Ну, а чё он мои стаки забирает? Игра. Хуйня. На, действительно, плохо влияет. Давай, давай! И этого говноеда. О, фак. Блин, забыл сегодня изоленты купить. Блин, а я забыл на работе спросить. Что спросить? Неработающие процессоры. Интеловские. О, мне вот... Мне на 1150 сокет надо любой процессор проверить на гейминг. На 1150? Нигде найти не могу. Это что у нас? Четвертое поколение? Ну, что-то около того, да. Вы убили врага. А, отвали от меня. Хомяк, отойди. Блин, хомяк, ну, какого сорян, хера? Не увидел. Что ты не увидел, блин, что у тебя половина Мон, товарищей на лоу хп? Ну, блядь, ну... Вон, мартышка уже отъехал. Ну, мартышка, видимо, планировала. Оу, фак. А, у меня же дьяволёнок Тима вроде был. Я бы не такой убогий. А, подожди, а куда он исчез? Почему мне по умолчанию не стоял? Там иногда бывает такое со скинцами. О, они в зелье впитали? Они мои прибочки зажрали. Анечка.
Грёбаный медведь. Че, Машка, у тебя как день прошел? На работе прошел. Точнее как, одно занятие у меня было. Круто. Не, не круто. Ну ничего не поделаешь. Анечка нахуй пошла. Видал, видал, она прямо флешнулась в меня. Ты видел? Не-а. Козёл. Мартышкин труд. Труп. А. Блин, такой кайф с новым мониторчиком. Ты купила себе новый монитор? Большой. Чё за монитор? АОК. АОС, да. АОК. Какой АОК? Ну ща. Играем, я покажу. Маша хорош. А? Да снежок. Охренеть, Volvo с 80 стоит как дорого. Отстань, тут меня чудовище. В нормальном состоянии. До рестайлинг, по-моему. 700-800. А уже после рестайлинга 900 миллион где-то. Эх, отдался. Какого года? Ну это 8-й тире где-то будет 50-й там и чуть. Это который S40, S60? S80. S80, это не универсал, а купе? А, ну, S80 не универсал, да. А, универсал это этот идет, XC70. А-а-а. Ну, разница по идее, ну, по объему багажника и так далее, и то, что полный привод. Не, ну у них же популярны вот эти вот. Ну, у них, у Volvo, чё, вот та же S80, у них... ЛКП, во-первых, прочная, а во-вторых, машина такая сама по себе надежная и так далее. По запчастям там что-то даже большинство от Фордов подходит, от того же Мондео, ну потому что тот же Мондео попал.
Единственное, по кузовным деталям оно делалось только для Volvo, и они там дорогие. То есть те же фары, там капот, оно дорого стоит. Но опять же, это Volvo. И страна же, производитель, по-моему, норвежца же, если я не ошибаюсь. А у них условия схожи с нами. То есть в зиму-то оно очень даже. Но Volvo это дорого. Ну еще бы. Но зато комфортно. Че, я пушку... А, ну ты и так мне пушки кидаешься. И че, не прыгает? Не прыгает? Вот козел. Мог бы и прыгнуть. Он просто тебя не хочет. У них много. Блядская Анечка. Сучка. Надо, блядь, ураган Рунанта покупать. Ой, нет. Ты жопы. Ну что бы урон... У нас, смотри, у нас есть этот обезьян, у нас есть Джакс. Так что... Побудь нормальным Тимоном. А то от твоих грибов не будет толку вообще. Так уже нет толку, они вон на зелье все. Ну и чё? Они пока тратят на это время, тратят на это силы. В конце концов, ты можешь кидать грибы им под ноги. Побудь хорошим Тимончиком. Не делай гадости команде, пожалуйста. Ураган Рунан только скорость атаки дает и все. Я знаю. У меня урон пассивного больше идёт. АП Тима. А чё, они его переделали, что ли? Там много каких артефактов переделали. Я так и думал, учитывая, раз они таланты такую фигню сделали. Ну там идет сколько? 70% от спид атаки и 30 урона и все. Ну то есть атак спида сделали больше, по-моему, да? Да, да, да. Пушим. А чё за бегающая херня? Зара. В кустах. Типа порох, что ли, дьявольский? Пошли, красный. И отходим. Я буду хилочки пособираем. Надо было под таурками лечь. Не. Мне закупиться надо. Ну, тебе да. Пойдешь отдаваться? Маленькая грибообразная. Закуплюсь, полегче жить станет. А
они все такие в Макдамаг собираются? Завесу. Завесу банши есть резон собирать. Маша. Маша затупила, да. Не на что, а на кого? На тебя, конечно. Че, не сдох, что? Нет, сдох, смотри. А, понятно. Ей! Surrender, 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 surrender. О, бедные враги, они сдались. Я поставлю Джексу лайк, потому что он сделал мне игру. Открыт еваленок, странно, не хотит.